Всем приветик, всем доброе утречко. Ночь сегодня прошла у нас спокойно. На самом деле я спала как убитая, и даже если бы что-то произошло, я бы этого не почувствовала, не узнала. Вчера столько напилась успокоительных таблеток, что просто вырубила меня, и я только в 10 часов утра открыла глаза, такая, опа, пора вставать. У меня у Теры начала сложная беременность. Ей плохо, короче, она себя вообще ужасно чувствует, на улице практически гулять не хочет, постоянно ложится. Вот что значит не стерилизовать собаку. Вот. Но Тера вот ждет в следующем месяце, Добби в следующем месяце, и Тера в следующем месяце пойдет на стерилизацию и Добби на кастрацию. Потому что я хочу сразу же одним махом всех сделать, чтобы это не было вот так вот постепенно. Один, второй и готово. И все, и у всех будет просто все замечательно. К нам Сережка в гости пришел, хаюшки, ивангаюшки. Опа. Кира, как сюда в карты. Значит так, я решила на Сенсей заказать две прикольные вещи. Короче, сделала заказ, вроде бы все оплатила. Тут через два дня мне приходит отбой. Типа, заказ ваш не принялся, оплата не прошла. Я не могу понять, по какой причине. В общем, смотрю, в наличии эти товары есть. Делаю повторный заказ. Вроде бы повторная оплата уже прошла. Я очень надеюсь, вот так вот держу крестики, нолики и кулачки, чтобы он пришел. Потому что там три прикольные вещи. Это для моего апгрейда. В общем, кто понял, тот знает. Не буду пока ничего говорить. Я очень сильно хочу, чтобы это все приехало. И надеюсь, на этой неделе я получу. Просто надеюсь. Сегодня у нас на улице жара сумасшедшая, парит. Вот хочется конкретно дождика. Кстати, Серега, ты видел, у нас там в парке деревья рубают? Да, я видел там вообще. Короче, у нас такой тенечек в парке был классный, а теперь начинают рубать деревья, никакого тенечка уже нету. Там просто попробуй его найти. Вот, что-то они решили все посрубывать. Тревога у нас только что закончилась, воздушная. Что? Поехали купаться. Сегодня Серега не поеду, я еще купался. Ну, а мы поедем, все, вы это как хотите. Жарко, купаться хочется. Сегодня на туре такая жара. Убери, поехали я купаться. Я не хочу ехать. А что? Не хочу. Я думаю, что завтра мы поедем на бассейн, если завтра. Как вариант. Ай, да так за что? Дуже хочу уже у бассейна чистую водичку, полежать на лежачке, пузо к солнцу сгореть и кайфануть. Серега, ты же вроде обувь ставил. Ставил. И куда ты ее поставил? На целых 5 сантиметров дальше. Давай. А как это у тебя так получилось? Ну, как-то получилось. Мне вчера Кирин друг Илья принес целую упаковку огромную из 6 бутылок йогурта. О, я обожаю йогурт. Поэтому сейчас, как я позавтракаю, по-серьезному. Правда, Кира мне с утра уже приготовила завтрак, я его уже съела, но я, короче, не засняла, потому что я на самом деле даже не думала, что я сегодня начну что-то снимать. Вот. А там был прикольный хлебушек тостовый. Сделали в нем дырочку, туда внутри яйцо, соль, перчик, хлебушком накрыли, все это запекли. И обалденно позавтракали. А теперь у меня завтрак номер 2. Так что, ребята, всем, кто кушает вместе с нами, всем приятного аппетита, хорошего настроения, замечательного дня, мира, добра, не болейте. Тёмочки и Лавушки. Сереге, кстати, тоже дала целую бутылку, он сильно хотел. Не знаю, выпить, не выпить, заставлю. Илья, огромное спасибо, это безумно вкусно. Если ты смотришь, то тебе ловушка. Значит так, мне только что позвонил мой друг Ака, вы его знаете, и сказал, что он хочет сейчас прийти сюда, починить стул. Вот этот вот, который сломали. Но мне кажется, что его все-таки надо починить, потому что, мне кажется, там выпал паз. Но это настолько, насколько мы смотрели. А также зашить гамак, который они в прошлом году порвали. Это был Коля, мой друг, Данил и Ака. И вот это вот он предложил, говорит, давай я сейчас приду, говорит, и тебе все сделаю. Я говорю, конечно, давайте. Гамак поломали, починят. Стул поломали и другие, но починит Ака. Просто, наверное, хочет. Знаете, как мужчинам что-то надо постоянно делать.
Им интересно в чем-то колупаться, поэтому я разрешаю прийти и поколупаться в своем стуле, а также сделать гамак, который сейчас нужно найти. По идее, он у меня должен быть здесь, если я не ошибаюсь. И сейчас мы попробуем его достать. Так. В этом дурдоме только что-то и искать. А, вот он есть. Гамачок тоже есть. Сейчас мы его исправим, надеюсь, конечно. И можно будет брать его на улицу. Если все деревья сегодня не спилят, потому что сегодня какой-то просто апгрейд по деревьям в нашем парке. Да, Дабюшечка, сладкий мальчик. Ты Руська, господи, Кирюшка, ты так и будешь лежать сегодня? Целый день? У тебя головка не болит? Окей. Что? Я только что такая, ты не хочешь сходить в магазин? Мама, сходи, пожалуйста. Пожалуйста, купи лаваш и сыр. Помнишь, который мы на пиццу натирали? Вот такой вот сыр нужен. Схожу, когда Ака уйдет. Ну, пожалуйста. Он Сереге позвони, пусть Серега сходит и купит. Он все равно сюда придет. Лаваш и сыр сулугуни, да? Я хочу, знаешь. Я вот поняла, что ты хочешь. Лавашик на гриле сделать, да? Я поняла. Очень хочу. Сереге. Пишешь, Серега, срочно нужно, даю деньги, идешь, покупаешь лаваш, сыр сулугуни, да, и укроп, я все сделаю. Ваню. Давай. Серега, потому что сегодня тоже, он говорит, что он сейчас проведет сестру и придет сюда, к нам в гости, потому что, знаете, что он хочет? Он хочет суши. И мы вот это вот подумали, что может быть сегодня суши еще покушать. В общем, сегодня, наверное, какой-то будет такой день непонятный. Или он на пляж поедет, или он сюда придет. Но на пляж сегодня мы не поедем. Я не знаю, я сегодня не хочу никуда. На самом деле, мне сегодня хочется, чтобы день был конкретного домашнего очага отдыха. Вот вообще ничего. Я, наверное, вчера так сильно перенервничала, что сейчас вообще никуда не хочется выезжать далеко, чтобы отстранить себя от глупых каких-то мыслей. Хотя, может быть, наоборот, нужно выезжать. Но у меня наоборот. Я когда нервничаю, я когда сильно переживаю, то вот, люди знают, что у меня происходит замкнутость. Я закрываюсь сама в себе, я не хочу никого видеть. И вот пока у меня не проходит эта депрессия или это состояние страха, я стараюсь максимально абстрагироваться от людей. Вот, поэтому сегодня никуда не хочу ехать. Я же говорю, что мы завтра, послезавтра хотим поехать на бассейн. Ну, если, конечно, все будет нормально по ситуации. Смотрите, как красиво смотрится плед, который я вчера купила здесь. Вообще просто обалденно. Мне так нравится. Так кайфовенько. Надо будет, наверное, знаете, что сделать? Здесь сесть и поотвечать на ваши вопросы, которые вы будете писать. Но это попозже, не сейчас. Что сказал Серый? Что сейчас попадет. Кира все-таки уломала Серого, чтобы Серый сюда пришел и пошел за сыром сулугуни. За чем? За лавашом и еще зачем? И за укропом. А мне нужно ему дать карточку, чтобы он это все купил. Подготовила карточка. И тут кремушек для рук. Короче, в таком пакетике, чтобы оно долетело до Серого. А Сереги еще нету. Позовешь меня, когда Серый придет. Кто-то идет. Да. Кто это? Сережа, не под патиком, не под окнами, а тут. А Серый пришел. Опять камера? Да. Что надо сделать? Короче, купить надо лаваша. Лаваша? А что он здесь делает? А вы обиделись на то, что вам мясо тогда ваше перевернул? Нет. Да, до сих пор обижена. Не обижена. Так все. Лаваш, сыр сулугуни. Именно так и называется, сыр сулугуни. Сыр сулугуни, хорошо. Да, вот такую вот или круглую штучку, белого только цвета. И укроп.
И укроп. И я сделаю вкусную вкусняшку вам. А что это будет? Это будет на гриле лаваш с сыром завернутый. Такая прикольная штука. Типа что-то наподобие этого. Не, не, лёгкий попытка. Ну, я так делала, лаваш, ну, сыр. Там еще яйцо добавляли посерединке. Ну, я ничего не добавляю. Ну, да, это оно. Только чапури. Так что ты? Ничего я. Ага. Я с мотором не разговариваю. Не общайтесь. Да, он на меня. Сейчас выключит камеру и все будет хорошо. Я на него обижена. Сейчас выключит камеру и все будет хорошо. Нет, нет, нет. Ну посмотрим. Вот скажи, Сережа, я мой... Стойте, я хочу, подождите, дайте мне камеру. Что ты хочешь, облизать камеру? Да, я хочу посмотреть, будет красивый мой язык на камере или нет. Все, посмотреть? Да. Да не, на самом деле я с ним общаюсь, он просто иногда на меня обижается. Чего это камушка? Проходной двор, день-два начинается. Когда же у меня здесь никого не будет? Ну ничего, сейчас Ака уже идет, будет мне все это чинить. А у вас таких нет, друзья, у меня есть, видите? Добби тоже помогает. Перуська моя только пропала. Ну что, Кашу, возле тебя лежала. А, вон она. Там далеко. У меня у Терри началась сложная беременность. И она сейчас страдает. Добби, там иголка! Ты дурачела! Нету там иголка. Была же там иголка. Нету. Ты хочешь себе сделать королину? Будет. Серега принес лаваш, укроп и сулугуни. Кирюха, его нужно сначала натереть. А эту штуку я сейчас помою. А вот это нужно натереть. Укроп нужно нарезать, все это перемешать. Ты будешь тереть? Да, я знаю, как это все делать. Давай, я помою. Я не тупа, как ты думаешь. Только слышишь, ты тогда оставь еще и для серого, бо я же его плетну. Хочу его тоже накормить этой штучкой. Типа лаваш оставить? Ну, конечно. Еще один лаваш есть? Где? А, все, окей. Первая партия почти готова. Вот так вот, да, ты делаешь? Да. А лучше всего, смотри, одну закручиваешь, закрывай. Вот эту часть. Да, да, да. Вот так вот? Нет, отсюда, да. Закрываю. Теперь вторую. Закручиваю. Уже матовый. Раз. Два. Все. И сюда клади. А теперь делаем бах. Бах-бах-бах. И все. А чего ты не все натерла? Думала, может, ты вообще... Иди, ладно, сюда. Потом я понатираю. Только поубирай здесь, будь ласка, Кирюх. А то, как всегда, устроилась рычуга. Я поубираю, я еще буду делать. Сейчас что-то делать? Хотя, пока не делать, я еще сделаю. То, что осталось? Нет, это я еще сделаю. Так говорю, натри полностью весь сыр и весь укроп. И сделай уже заправку. А потом, когда придут... мальчишки, мы сделаем полностью много лавашка. Ты можешь весь сыр натереть? Да. Добрый Сережа. Что, вы видите, как он его хомячит? Конечно, ему нравится. Отжал мороженое, дай пере немного, на пере. Так приятно, так приятно. Значит так, снег от меня что-то хочет. А мы сегодня с Кирой, с Сережей договорились, что мы будем вечером кушать суши. И нам суши уже принесли, только дети еще не пришли. А также я сейчас буду еще доделывать вот эти вот в лаваше приколы. Не знаю, делать их или не делать, в общем, подумаю. По крайней мере, сыр у нас еще есть, лаваш тоже есть. Снег что-то хочет. Суши первый раз этой фирмы заказываем. Они какие-то новые, то есть я еще не знаю, мы не пробовали. Поэтому пока вам не скажу, что за суши и насколько они вкусные. Но заказали здесь... Да, Снег, ну, пожалуйста, отойди! Заказали много разных наборов. Тут и для нас с Серегой, и лично для Киры, потому что она у нас кушает только, понимаете, с рыбы. Вот это, наверное, для Кирюхи будет. Смотрите, какие шикарные, красивенькие. И вот такой вот еще наборчик. Вот, посмотрите. Просто красотища, да? Так, что тут у нас? Соевый соус. Соевого соуса, мне кажется, маловато. Ну, окей. Разберемся. Так, ну и, конечно же, палочки, наверное, только для меня, потому что у Киры есть свои палочки, а Серега кушает вилкой. Да-да-да-да-да-да-да-да! Да-да-да-да-да-да! Да, 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 да.
знала, Кира? Интересно, с какой это ты знала это все? Что? С какой это ты знала? Стороны? Да. С этой! Не всегда, иногда бывает, что тетя Маша стоит сама, открывает. Вот так вот. Вот так вот. Та-да-да-да! Именно та-да-да-да. Руки мыть. Идем. Да, Дюшечка. Сейчас надо поставить на зарядку собака. Блин, а зачем он тебе завтра на зарядке? Мы завтра едем на пляж. Ну пусть заряженный будет. Я вообще в 4 утра от вас ухожу. На завод, Stone Island ловить. Анонимус, куда ты пропал? Я хочу кофту Stone Island, пожалуйста. Так, подожди, Анонимус, я хочу проектор. Я хочу принтер. Губу раскатали. Губу раскатали все. Я отработаю, а вы нет. Вы женский пол, вы не тягаете тяжести, не работаете ртом. Ну, типа, переводите этот язык. Я перевожу немецкий, английский, польский, китайский, японский. Которые есть, короче, все перевожу. Скажи хотя бы, как тебя зовут на английском? My name is Сережа, вот. My name is. Ну, my name is. Скажи на немецком привет. Хендехо. Да, конечно. Халё будет. Кира, перестань трогать Сережу. Прям за жопу щипает. Ну, Кира. Ой, ну хватит, да больно. Руки помыл? Иду мыть. С ней помоешь. Я уже помыла. Ой, кошмар, короче, какой-то. Что ты могила? Блин, у меня опять нету стула. Мне срочно нужно стул купить сюда, потому что она здесь уже трое живет, понимаете? А стулья всего лишь два. Вот где мне теперь такой стул найти? Я даже не помню, где я его покупала. Слушайте, кто сейчас прям я принесу внимательно в логи? Кто помнит, когда я делала ремонт? Я где я купила эти штуки? Откуда вообще они у меня появились? Я реально не помню. Видишь, какой у тебя Сережа? Заботливый. Вау! Стул тебе принес. Он такой только на камере. Ну ладно, не только. Угу. Так. Давай. А у тебя такого Сережи нет? У меня такого Сережи нет, да, тебе повезло больше. Я знаю. Такая вот я. Крутая. Такая вот я крутая. Так, ну что, давайте смотреть, что у нас тут. Вот это вот мое, я такое люблю. Ну и Сережин. Нет, вот это точно нет. Все, это вообще никто не ест. Давай это смотреть, что это такое. Это тоже запечённое. О, это запечённое. Запечённое очень вкусное, они классные. Вот это нам. Вот это мое. Это у нас Филадельфия, наверное, еще какие-то. И вот такие вот. Короче, красота. Красота. И что мы говорим? Говорим мы. Когда мы кушаем? Нет. Говорим всем, кто кухает, приятного аппетита. Хорошего настроения, замечательного дня, мира, добра, не болейте, Тёмочки, лавушки. И лавушки. Что ты хочешь? Что ты, бедолага? А лавушки давайте так. Кира, давай уже ты, а я вот так вот буду, короче. А то я во влоге, это вот с тетей Машей, а ты вот так, твою аж видно не было. Кстати! Супер! Вот как раз на этой ноте мы закончим влог. Твой ангел. По-моему, блин, твой ангел. Что мы тебя поздравляем с днем рождения. А, да! Желаем тебе всего самого наилучшего. Счастья, здоровья! Это та, которая едет и делает? Замечательных дней. Всегда мирного неба над головой, да. Всего тебе супер-супер клевого. С днем рождения! Счастья, здоровья, ешь больше капусты, вырастет. Вырастешь сама и вырастет все, что тебе захочешь. Все знают, если есть много капусты, будут большие сиськи, так что... Не будут. А так можно было сказать! Не будут, на маме проверено. Не будут. Не верьте. Можно так и говорить, да? Нельзя так говорить. Тебе нельзя, можно только мне. Все, твой ангел, тебя с днем рождения, а все вам говорим. Любим. Пока. Пока.